Жителей районов военного городка и новостроек на Нижней Дуброве ждет радостная новость. Правда, она еще в проработке, но мэрия уже рассказала об изменениях в соцсетях. Со второй половины августа автобус 18С может поменять маршрут. Если это случится, то он будет забирать пассажиров с улицы Красноармейской, следовать через военный городок до остановки совхоз «Вышка». Как сообщили в мэрии, возможность изменения маршрута изучается в рамках комплексной схемы транспортного обслуживания населения. Дело в том, поясняют власти, что на данный момент жители военного городка и Красноармейской имеют только один маршрут – пятый. Автобус 18С сейчас ходит от поселка Лесного до Рябинки. При этом в связи с увеличением протяженности данного маршрута в целях сохранения интервалов на данном маршруте будет увеличено количество подвижного состава. Данное изменение улучшит транспортную доступность пассажиров, пользующихся маршрутом 18С, а также жителей улиц Красноармейская, Нижняя Дуброва и к ним прилегающих. Изменения маршрута должны вступить в силу с 19 августа. Мэрия уверяет, что увеличения интервалов движения не будет.